Минобороны Азербайджана представила видеокадры из освобожденного села Бояглы Кельбаджарского района. Село, как и многие другие некогда населенные пункты Кельбаджарского района Азербайджана, полностью разрушено. В жилых домах, от которых ныне остались лишь голые стены, 27 лет назад проживали азербайджанцы. По состоянию построек видно, что эти места уже давно заброшены. Общая картина запустения и разрухи характерна для всех освобожденных селений Кельбаджарского района. Кельбаджар – это один из самых живописных и исторически насыщенных районов Азербайджана. На обширной территории тут издревле строились крепости, замки, монастыри и мечети. Многие исторические достопримечательности в данный момент разрушены. Район был оккупирован вооруженными силами Армении в 1993 году.